Кардиохирурги отмечают юбилей. 20 лет кардиологическому отделению ОМЦ и 10 лет назад в Кызылорде был открыт кардиохирургический центр. С тех пор в кардиохирургическом центре региона проведено более 2000 операций. В честь юбилея были отмечены лучшие специалисты центра. Проводились лишь в единственном центре хирургии в Алматы. Люди были вынуждены годами ждать своей очереди. Сегодня кардиоцентры есть в каждом регионе. 6 декабря открылся кардиологический центр. Были проведены первые операции. Вначале провели коронарографию, стентирование. После 10 числа мы уже начали оперировать на открытом сердце. Первую операцию как раз сделал Карат Неталевич по врожденным порокам. Потом доктор Колдоспаев Алмат, сейчас главный врач кардиоцентра города Алматы, сделал уже по поводу АКШ. Говорить о жизненной важности этих центров не приходится. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания на первом месте среди причин смертности во всем мире. И они значительно помолодели. Успехи областного кардиоцентра за 10 лет очевидны. Здесь проводят все виды операций на сердце, кроме пересадки самого органа. На юбилейных торжествах были возданы заслуженные почести людям в белых халатах. С момента открытия здесь проводятся операции на открытом сердце, стентирование, кардиореабилитация. Сегодня нашему центру 10 лет. С праздником всех! Работаю здесь с момента открытия центра. В честь юбилея мне вручили благодарственное письмо акима области. Мы рады открытию такого центра в нашем регионе. Будем и далее трудиться во имя здоровья населения. За 10 лет успешно проведено 1334 операции на открытом сердце. За этими цифрами спасенные жизни. Айгерим Курмангали, Алина Параджан, Гульзат Бахчан, Кызы Бугинбай Басилов, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.